Но если вы в КС готовитесь, я бы рекомендовала максимально вообще закрыть все возможные процессы, которые можно попытаться сделать здесь, и обжаловать отдельно решение Генпрокуратуры в порядке КАС, и обязать выплатить отдельно, да. Не знаю, мне кажется, что КС, в общем, тоже будет, знаете, смотреть на всякие вот такие формальные штуки, по которым он может легко отказать. А вот вы не обращались за выплатой, значит, этих денег, или вы не обжаловали отдельно решение Генпрокуратуры, и это будет вот просто ему подарком, мне кажется. Он, в общем, может вполне здесь по каким-то формальным своим соображениям с использованием, в общем, пробелов, да, в деле попытаться отфутболить жалобу. Вот, если вы пытаетесь до КС дойти, я бы порекомендовала прям очень сильно вложиться.